Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 63. Начитываем Новый Завет, толкование блаженного Феофилакта с комментариями. Послание Галатам, 4 глава, 26 стих. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Толкование. В том прообраз Агари. Посмотри также на и прообраз Сары. Она ведь прообразовывала горний Иерусалим. Он же есть град верующих. Откуда закон наш? Ибо с неба Евангелие. Этот град свободен от наблюдения закона, и все в нем устрояется свободно и с благородным достоинством. Ибо ничто у вас, у нас не совершается из-за видимой награды. И не угрожает нам телесное наказание. Ну и обещания более божественны, и наказания приличны благородным, именно отлучение от таинственной трапезы и епитимии. Вот как. Наказание сегодня – это отлучение от причастия. А сегодня наоборот. Согрешил или запил сосын, а пускай идет причаститься. Если не причащается, отлучим, если ты не причащаешься. То есть вывернуто наоборот. Все епитимии – именно отлучение от таинственной трапезы и епитимии. Ничего нет сегодня. И поэтому к православию сегодняшнее с огромной натяжкой можно только отнести. Это вот оно, отлучение от таинственной трапезы и епитимии. Вот какое наказание приличное нам. Где сейчас, где это есть? За один обор 10 лет, правило Василия II. Если Кашпировский там пришел, занимается этим, на 18 лет приравнивается к убийству, да и правильно. А священники заряжали учему как-то другое, там это на 5 лет отучается со снятием сана. Ничего не исполнили. Поэтому шалман один. Дальше. Комментарий Игнатия Лапкина. У мусульман эта мысль четко проводится, что их священная книга, Коран, была дана Мухаммаду в готовом виде с неба, и они в это верят, безусловно, все. Что касается христиан, что наше Евангелие с неба. С неба Евангелие. А вот это почти никто не верит. Иоанн Златоуст постоянно напоминал делать сравнение с окружающими нас людьми. Хотя бы это было и не в нашу пользу. Особенно в православии необходимо немедленно, денно и ночно твердить о том, что Библия пришла к нам с неба. Что не только последняя 77-я книга в Библии называется Откровение, но и вся Библия называется Откровением, данным от Бога. С неба Евангелие, авторитет Библии в замаскированном виде и почтение к ней, сверхпочтение, оказывается при выносе Евангелия в церкви. Необходимо, чтобы точно так же каждая душа на престоле своего сознания и поместила великий авторитет Библии. Мартин Лютер, протестант, любил Библию и высказал такую мысль. Прочитай вот так, чтобы зазвучало. В мире есть только одна книга Библии и только одна личность Христос. Вот я, представьте, толкование блаженного Феофилакта, имя Лютера говорю. Ой как, ну а как же тут Монтана всех поминает, чего вы не боитесь-то? Сейчас так и считали, всех еретиков, ариан перечисляют, ну еретик. Но сказал-то слова-то, наизусть надо запомнить. В мире есть только одна книга Библии, а как и другие книги, а они должны из нее исходить. Подтверждаться. И только одна личность Христос. Вот у меня стихотворение. 3467 стихотворений. И по 9 куплетов, 36 строчек. Напротив каждой строчки место писания, откуда взята мысль. А было такое, не было. А как догадались, понятия не имею. Просто сама рука писала. Показать, что это Библия. Это любовь к Библии. Новые переводы, я их знаю, Костяна, начитывал. Специально, чтобы люди знакомы были. Это три пленки по 8 часов 20 минут. Три катушки. Но сравнивать с синодальным даже не приходится. Вульгарные переводы. Вперед. Галатам 4.27. Ибо написано. Возвеселись, неплодная, нерождающая, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами. Потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Толкование. Не довольствуется этими прообразами, но ссылается на свидетельство Исаии, который церковь из язычников называет неплодной и не имеющей мужа. И действительно, она была лишена богопознания и бездетна, так как не произвела ни одного пророка Божия и учителя.
а иудейскую синагогу называют имеющей мужа, или потому что она имела закон, который руководил ее действиями, или потому что имела самого Бога. Воскликни употреблено вместо воскликни гласом радости, потому что у тебя теперь множество чад. И пророки, и учителя, и сыны Божии произошли от тебя. Ты всю вселенную породила, а не один народ, как иудейская синагога. Галатам 4:28-29. Мы, братья и дети, обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Толкование. Церковь, говорит он, будучи неплодна, подобна Сарре, не только стала многочадной, как та, но и родила таким уже образом, как последняя. Как ее не природа, но обетование стало матерью, ибо тот, который сказал, я опять буду у тебя в это же время, Бытие 18:10, вошел в чрево и сотворил плод, так и у нас, как и выше сказано, божественные слова, произносимые при крещении, совершают новое творение. Потом, чтобы кто-нибудь не сказал, какая это свобода, когда иудеи бичуют верующих, а те, которые думают быть свободными, подвергаются гонению. Он говорит, что и тогда так же было. Измаил гнал Исаака. Но, тем не менее, это нисколько не помешало преследуемому быть законным сыном Авраама и господином преследуемого. Итак, из самого этого преследования нас иудеями открывается наше сходство с Исааком и родство с Авраамом. Галатам 4:30. Вот гонят меня, допустим, поносят за все здесь. И я вижу, что весь псалтырь на мне написан, на спине. Какой бы псалом ни взял, я считаю, как будто про меня написан. Гонение, враги, как поступает, идущий хлеб поднял пету. Все исполняется. Кто? Враги исполнили. А так бы считал, как отстраненно. Просто псалтырь, да и все. Галатам 4:30. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Толкование. Чтобы кто-нибудь не сказал, что же отсюда? Утешительно ли для верующих, которые теперь подвергаются преследованию со стороны иудеев, то, что и Исаак тогда подвергался гонению? Он говорит, послушай, что говорит Писание, и получишь вразумление за временное гонение, которому подвергал Измаил Исаака. Он совершенно изгоняется. Но сегодня это мусульмане и евреи. По территории мусульманство занимает в 500 раз больше места. А там какая-то полоска у моря, ничего не могут сделать. Гитлер уничтожил практически 70% евреев. А что, кровь его на нас, на детях наших. Гнали христиан, получили, и везде их гонят. Но никогда Израиль не будет уничтожен. Никогда. Почему? План Божий. И Божий план такой, что до конца будет вера евреев, и до конца будут христиане. Про мусульман не сказано, поэтому ничего не можем сказать. И... Так, и в наказание не только подвергается изгнанию, но гораздо более лишается участия в том, что уготовано сыну. А это наказание тем сильнее, что имеет свое начало не в преследовании, а в решении и определении Божьем. Заметь также, что он того, который не удостоился наследия, назвал сыном не Авраама, а рабыни, указывая, что он и очень низкого происхождения. Итак, смотри, он доказал, что сам закон указывает на свою отмену, так как все сказанное, будучи прообразом теперь совершающегося, написано в законе, то есть в книгах Ветхого Завета. Ну, незаконно рожденные дети были там, то от служанки, от кого? Рядом с раненым Пушкиным был Жуковский Василий Андреевич, а он внебрачный сын. И на него отец, ну законный отец плотской, не может переписать имение. Закон Российской империи запрещал это. Незаконный внебрачный ребенок. Он мог помогать ему, воспитывал, и он так и делал. Хороший помещик-то был. Дальше. Глава 5. Галатам 1 стих. Галатам 4:31.
Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Толкование. Все это направляет к тому, чтобы показать, что все случившееся теперь с вами преобразовано было за много лет прежде. Как же после этого не странно, получив за столько лет прежде свободу, опять добровольно становиться рабами. Галатам 5.1. Итак, стойте в Господе, в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Толкование. Не вы ведь, говорит он, освободили себя, но тот, который дал за вас выкуп. Как же после этого вы подвергаете себя господству закона против намерения освободившего вас Христа? Говоря «стойте», он дал знать, что они колебались. Словом «иго» он указывает на тяжесть рабства в законе, а выражением «опять» изобличает их бесчувственность, так как они, несмотря на то, что по опыту знали тяжесть рабства, опять добровольно переходят в него. Галатам 5.2. Вот, я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Толкование. Вместо всякого доказательства апостол ссылается на свой авторитет. Не приносит уже пользы Христос обрезывающемуся, потому что таковой отвергает его благодать и обращается к закону, как благодетелю. Христу же вовсе не верит, как будто он не оказал ему благодеяния. А не веря, он и не может получить пользы от того, в которого не верит. Галатам 5.3. Еще свидетельствую всякому человеку, обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Толкование. Чтобы не подумали, что по вражде говорится это, он прибавляет. Не вам только высказываю это, но и всякому обрезывающемуся, что великую тяжесть вы налагаете на себя. Постановление закона тесно связано между собой. И если ты признаешь малую частичку закона и подчиняешь себя этому игу, то подчиняешь себя господству всего закона. Ибо обрезание требует жертвы и приурочено к известному дню, а жертва требует места, способа ее приношения и очищений. Нечистый ведь не может приносить жертвы. Очищение опять требует исполнения других законных предписаний. Видишь, как отвергший Христа не только не получает пользы от него, но и подвергает себя бесчисленным тягостям. Если закон Господин, так исполняй все, а если нет, то не принимай и частички из него. Галатам 5.4. Некоторые говорят, а частичка Бога. У всех деноминаций там частичка Бога. Откуда взяли частичка Бога? Ну, совершенно неверующие-то. И слушает, разинув рот. Придумали, сейчас везде воскрешается, воскрес один, другой, третий. Но если все воскресали, почему вам там, где вы видели, не было показано, что вы не церкви, что вы еретики? Это отсюда понятно, дух заблуждения, ничего там не было. Обмирала она. Когда обмирала-то? А когда, говорит, аборт делали ей? Ничего себе. Галатам 5.4. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Толкование. То есть вы не имеете никакого общения со Христом. Вы, которые думаете получить оправдание в законе, лишились благодати, поистине оправдывающей. Великое несчастье, когда ты не получишь того, что обещает закон, и лишишься того, что дает благодать. Галатам 5.5. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Толкование. Мы, говорит он, верующие, не в законе, но в Духе Святом надеемся получить оправдание. Каким образом? Верой. Итак, должно подчиниться водительству веры, потом наитием Святого Духа получить прощение грехов и удостоиться оправдания в крещении. Галатам 5.6. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Толкование. Прежде он сказал, что обрезание пагубно. Как же он теперь считает его безразличным? По нашему мнению, он говорит здесь об обрезании, которое предшествовало вере. Он как бы так сказал, для вступивших... Слава Иисусу Христу!
Для вступивших в Новый Завет нет пользы, если они обрезаны, и нет вреда, если они не обрезаны, ибо все заключается в вере, действующей любовью. То есть в вере, которая должна всегда являться деятельной и живой в любви ко Христу. Этим также указывает, что они хотя и уверовали, но не окрепли в любви ко Христу, и вследствие этого снова уклонились к закону. Или же наставляет их в любви к ближнему, а вместе с тем показывает, что и обольстители их, если бы имели любовь к ним, не дерзнули бы делать этого. Итак, научись, что вера становится деятельной посредством любви, то есть является живой, а не имеющей любви бездейственна. Подобно сказанному, вера без дел мертва. Иаков 11:17. Галатам 5:7. Вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Толкование. Это не вопрос о сетовании. Он говорит, вы достигли совершенства. Но что случилось? Кто это возымел такую силу, что воспрепятствовал вам покоряться не евангельской истине, но отмененному закону? Галатам 5:8. Такое убеждение не от призывающего вас. Толкование, то есть это внимание к обольстителям не от Христа, ведь не на то призвал Он вас, чтобы вы внимали тем, которые склоняют к иудейству. Галатам 5:9. Малая закваска заквашивает все тесто. Толкование. Чтобы они сказали, зачем так сильно упрекаешь нас, ведь только одну заповедь мы нарушили, и преувеличиваешь нашу вину. Он говорит, что это, казалось бы, ничтожное обстоятельство наносит существенный вред. Ибо как закваска, хотя бы и малая, сама собой заквашивает и изменяет все тесто, так и обрезание, хотя составляет одну только заповедь, вовлекает вас в иудейство во всей его полноте. Галатам 5:10. Я уверен о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Толкование. Полагаюсь, говорит он, на вас, потому что я знаю своих учеников, знаю способность вашу к исправлению. Итак, я надеюсь, что вы можете исправиться. Надеюсь также и на Господа, который не желает гибели такого бы то ни было человека. Таким образом, он побуждает их употребить и собственные усилия и надеяться на Господа. Ибо иначе невозможно получить что-нибудь от Бога, если вы не приложите, говорит он, собственного усердия. Хотя вы, говорит он, исправитесь, но обольстившие вас вследствие этого не освободятся от наказания, но подвергнутся суду, как бы великими и достойными веры они ни казались. Какими, наверное? Ибо это значит слова «кто бы он ни был». А говорит это с тем, чтобы другие не поверили им. Галатам 5:11. «За что же гонят меня братья, если и я теперь проповедую обрезание? Тогда соблазн креста прекратился бы». Толкование. «Так как клеветники говорили, что он лицемер и проповедует в одном месте обрезание, а в другом нет, то он говорит, вы свидетели того, что меня преследуют иудеи. Если я проповедую обрезание, за что же другие меня преследуют? Очевидно, преследуют меня за нарушение отеческих их постановлений. А если я проповедую обрезание и охраняю отеческие постановления, зачем после этого меня преследуют? Что же говорит из этого? Не обрезал ли ты Тимофея? Да, но это с особой целью. Да притом одно дело обрезывать, а другое проповедовать обрезание. Ведь он не сказал, если совершил обрезание, но если проповедую. Ибо тот, который проповедует, учит, что это всегда должно быть, как безусловно прекрасное. А тот, который делает что-нибудь по особым целям, исполняет это не потому, что оно безусловно хорошо, но потому, что полезно в данном случае. Если бы я проповедовал обрезание, то не было бы соблазна, который производит в иудеях крест. И не почему-нибудь иному они соблазняются проповедью о кресте и не принимают ее, как только потому, что ею уничтожается обрезание и закон.
равно как если бы я проповедовал обрезание, прекратилась бы и исчезла вражда иудеев ко Христу и соблазн, который возбуждает он в них. Галатам 5:12. О, если бы удалены были возмущающие вас, толкование, подвергшись обольщению, он назвал вначале неразумными и порицал не более, чем детей, самих же обольстителей, как больных неизлечимо. Он проклинает и говорит: о, если бы они не только обрезывались, но и совсем изрезали все тело свое. И смотри, он назвал их возмущающие, по-славянски развращающие, по-гречески принуждающие оставить свое отечество и свободу, отводящие их в плен, потому что они и действительно лишали их свободы, и, уводя от горнего Иерусалима, как переселенцев, пристраивали к закону и к мелочности иудейства. Заметь также относительно тех, которые оскопляют себя, что не навлекают на себя проклятие апостола. Галатам 5:13. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Толкование. Не с тем, говорит, мы призваны Христом, чтобы стать рабами закона, но чтобы освободиться от ига подзаконного рабства. Потом, дабы кто-нибудь не подумал, что так как мы свободны, то нам можно делать все, что не захотим, он исправляет это и говорит: да не будет нам свобода поводом к угождению плоти, то есть плотским пожеланиям. Ведь не для того мы освобождены от ига закона, чтобы совершать преступления, но чтобы и без ярма идти в порядке, как свойственно получившим хорошее воспитание. И не для того получили мы свободу, чтобы нарушать закон, но чтобы превзойти даже закон. Устранив иго закона, он налагает другое иго, иго любви, и более легкое, и вместе более крепкое, чем то. Намекает также, что обольстители эти явились к ним из желания власти, ибо властолюбие – мать ереси. Посему, так как любоначалие произвело разделение в вас, то любовью служите друг другу. А словом «служите» обозначает любовь напряженную и сильную. Обращаясь затем к нравственным наставлениям, показывает способ, которым можно устранить порабощение плотским вожделением. Властолюбие – мать ереси. Вот почему священники, патриархи, архимандриты – основатели ереси. Властолюбие. Властолюбие – мать ереси. Вот это надо эпиграф поставить. Галатам 5:14. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Толкование. Если вполне, говорит он, вы желаете исполнять закон, так исполняйте не обрезанием, но любовью, потому что в этом заключается полнота закона. Смотри, излагая нравственные наставления, он не забывает и догматического учения. Так сильно он скорбел об их заблуждении. Галатам 5:15. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были устреблены друг другом. Толкование. То, что знает за верное, высказывает под сомнение. И следующее затем выражение «берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом» — опасение и предостережение, а не осуждение. Не сказал просто «угрызайте», что свойственно гневу, но прибавил «съедайте», что служит проявлением крайнего зверства. Этим указывает и на испорченное учение, подразумевая также козни друг против друга, хищничество и любостяжание. И так как они, причиняя зло и строя козни, думали только вредить другим, то он говорит: смотрите, чтобы против вас самих не обратилось это дело. Галатам 5:16. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Сказав, что угрызать и снедать пагубно, он указывает и врачевание против этого, которое и любовь сохраняет, и само сохраняется ею, а именно, чтобы они были духовными. Ибо если мы будем духовными, то будем сильнее любить, а если будем любить,
будем духовными, и затем не будем совершать плотской похоти. Галатам 5:17. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Толкование. На основании этих слов манихеи и все подобного рода еретики говорят, что человек состоит из двух противоположных сущностей, и что апостол подтверждает это настоящими словами. Но нет, он рассуждает не о сущности, но плотью называет земные помыслы, беспечные и беззаботные, а не тело. И духом называет духовные помыслы, а не душу. Вот запомни, духом, когда дух, душа и тело, это настроение, духовные помыслы. Земные помыслы, говорит он, противятся духовным, а духовные земным. Итак, он признает борьбу злых и добрых помыслов, но не тела и души. Ибо желать и не желать есть дело рассуждающей души. Прибавляет же, не то делаете, что хотели бы, потому что и тело содействует душе, а не противится. И душа держится, тело, и все терпит, чтобы не оставить его, и оторванное от него скорбит. Какие же они после этого противники, когда имеют такую связь друг с другом? Галатам 5:18. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Толкование. Имеющий духа погашает дурные пожелания, а свободный от них не нуждается в совете закона и не подчиняется ему. Ибо не гневающийся, какую имеет нужду в том, который заповедует не убивать? И не имеющий вожделений, какую имеет нужду в том, который советует не прелюбодействовать? То же, что и в другом месте сказал. Закон положен не для праведника. 1 Тимофея 1:9. Кажется также, что говорит и в похвалу закона, так как он заменял собой духа, исполняя по своей силе обязанность руководителя до определенного времени. Как после этого вы снова подчиняетесь воспитателю, оставив духа, делающего вас совершенными, подобно тому, как если бы кто, будучи философом, нуждался в руководителе. Галатам 5:19. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, толкование. Это, говорит он, дела растленной плотской воли, в числе которых признается прелюбодеяние и блуд. И ясно, насколько прелюбодеяние отличается от блуда. Нечистота, непотребство. Эти намекают на бесстыдные обычаи, которые даже и назвать не осмелился. Галатам... Не осмелился, как тут заедается окончание. Не осмелился. Да. Галатам 5:20-21. Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Толкование. Пусть скажут нам те, которые клевещут на плоть. Пусть бесстыдство и прелюбодеяние грехи тела, но вражда, ереси и тому подобное, как они зависят от... Как они зависят, как от, они плоти? Зависят от плоти? Выражение-то сделай как. Поэтому ясно, что все это дело разрешенное воле. Если бы они были делами плоти, как природные наши свойства... Каким образом они лишили бы вас Царствия Божия? Ибо не природе, а воле свойственны и наказание, и награды. Сверх того, если бы страсти были свойствами природы, он не сказал бы поступающие так, но претерпевающие, потому что действие предполагает волю. Под враждой разумеет вражду несправедливую, ибо есть неприязнь и справедливая, которая происходит во имя веры, и направляется против всех, уклоняющихся от прямого пути. Ревностью называют другое ее проявление, потому что ревность бывает и хорошей, когда кто подражает делающему добро, ревнует о добре, но прекрасно сопоставил ереси с распрями и разногласиями, потому что всякая ересь происходит от зависти,
и бесчинство от пьянства. Бесчинство ведь – это наглые песни пьяных. Поэтому сначала указал на причины, производящие это, затем на то, что от них происходит. Галатам 5, 22-23. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Толкование. Дела дурные происходят только от нас. Поэтому он и назвал их делами плоти, которые вместе с тем совершаются с усилием и напряжением. Добрые же дела требуют не только нашей заботливости, но и содействия свыше. Поэтому назвал их плодом духа, так как от нас дается семя, то есть произволение. Но чтобы стать ему плодом, это зависит от Бога. Корень же всех благ он полагает, во-первых, в любви, а потом в радости. Ибо любящий всегда радуется, даже и когда переносит зло. Потому что на причиняющего зло он смотрит, как на благодетеля. Но радуется о Боге, так как все для него делает и переносит. И вследствие этого веселится с благой совестью. А от любви и радости он пользуется и миром душевным, потому что не волнуется помыслами и со всеми посторонними. А если, казалось бы, он и оказывает вражду кому-нибудь, то враждует не против самих людей, а против их пороков. Он любит их как братьев, и эту вражду он проявляет к их пользе, чтобы они исправились. Долготерпение по Писанию тем, по-видимому, отличается от кротости, что долготерпеливый после долгого размышления не поспешно, но медлительно полагает соответственное наказание на грешника, а кроткий совсем прощает. Как, например, Моисей, простивший Марьям и Аарона, был назван кротким пред всеми живущими на земле. Благость же нечто более общее сравнительно с милосердием. Благ Господь ко всем вообще, но милосердие благодетельствует только достойным, по выражению «благотвори Господи добрым» Псалом 124:4. И о вере говорит не о простой, но о той, которая двигает горами, которая несомненно верит, что невозможное у людей невозможно для Бога. Но выше всего воздержание не от яств только, но и от всего дурного. Ибо душа, совершающая таковые дела духом, не имеет нужды в наставлении закона, будучи сама выше его, подобно тому, как от природы быстрые кони не нуждаются в биче. И в данном случае он устраняет закон не потому, что он плох, но потому, что он ниже подаваемой духом мудрости. Все. Номер 64.